Певица Анна Асти вернулась в Россию и готовится к возобновлению частных выступлений после голой вечеринки. Телеграм-канал Мэш опубликовал райдер исполнительницы. По данным канала, участие в мероприятии сильно ударило по финансам артистки. В частности, она потеряла 13 миллионов рублей из-за отмены новогодних корпоративов. Журналисты напомнили, что в январе Асти вместе с мужем покинула Россию. После возвращения она снизила гонорар с 10 до 7 миллионов рублей. Согласно райдеру, певица требуется при перелетах бизнес-класс, первый ряд и VIP-проход. Допускаются только пятизвездочные гостиницы таких сетей, как Radisson, Marriott, Hilton. В люкс-номере должны быть увлажнитель и очиститель воздуха, кофемашина и меню подушек. В области питания предусмотрены горячие блюда, фрукты, ягоды, травяной чай, орехи, мед, швейцарский шоколад и 10 бутылок воды. В гримерке должны быть Реми Мартин, XO, виски Джек Дэниелс, шампанское Маэт Шандон. Для поездок требуется Мерседес Майбах. Водитель автомобиля должен быть опрятным и внимательным, включение музыки допускается только по просьбе артистки.